Будет так здорово! Погоди, а где весла? Их здесь нет. Может, подойдет что-то другое? О, пожарные лопаты! То, что нужно! Ой! Осторожно, Норман! Я из-за тебя весло уронил. Думаю, я до него дотянусь. А нет, теперь я свое уронил. Нас уносит. Остается только одно. Помогите! Что это? Это же Норман и Дерек. Ничего себе. Сэм, помоги, мы не можем вернуться. Хватайтесь за веревку! Спасибо, пожарный Сэм. Спасибо. Вы двое должны быть очень осторожны. Прости, Сэм. Дядя Сэм, там огонь. О, нет, нужно потушить его, пока он не распространился. Что? Где наши лопаты? Что? Пожарные лопаты. Понимаешь, дело в том, что мы использовали их как весла. Они уплыли вниз по реке. Это Норман виноват. Без разницы, кто в этом виноват. Если мы не потушим пожар, он очень быстро распространится. Ничего не сломано, просто сильный ушиб. Хоть на этом спасибо. Что вообще здесь у вас произошло? Мы приводили себя в форму. Ну, я надеюсь, вы размялись перед началом. Но я... И делали все не торопясь. Лесной пожар возле мельницы. Лесной пожар возле мельницы! Погодите, куда это вы все собрались? Эта команда никому не сможет помочь. Но в лесу пожар. Боюсь, сэр, это наша проблема. Что? Да, наша. Только возьму свой шлем. Всем отойти назад. Помощь уже скоро будет здесь. А где остальная команда, сэр? Объясню позже, Сэм. Но мы здесь и готовы прийти на помощь. Хорошо. Тогда давайте потушим пожар. Вы двое вытаскиваете шланг. Я начинаю бить. С таким туманом искать дома равносильно тому, что искать иголку в стогу сена. Видимость ограничена. Так что сбросим скорость и сначала поищем вдоль восточного берега острова Понтипенти. Куда мы едем, папа? Мы с вами поможем искать Тома. Видимость хуже, чем я думал. И ветер довольно сильный. Моторная лодка? Я здесь! Эй! Я здесь! Я здесь! На радаре ничего не видно. Лодка Тома может быть слишком маленькой для него. Просто смотрите и слушайте внимательно. Они меня не слышат. Эй! Я нахожусь здесь! Эй! Я нахожусь здесь! Все бы отдал, чтобы оказаться на своем вертолете. Ветер дует на северо-запад. Прилив дает отклонение на 3 градуса. Плюс незабываем о подводном течении. Вот. Том должен быть здесь. А Сэм его ищет здесь. Он совсем не там. Не там? Сэм! Прием, Сэм! Чарли, слушаем тебя. Вам нужно сменить курс. Том должен быть западнее острова Понтипенди. И довольно далеко от берега. Ты в этом уверен, Чарли? Я много лет здесь рыбачу, Сэм. Я уверен настолько, насколько любой рыбак из Понтипенди.
Пенни, Бен, вы слышали, Чарли? Меняем курс. Хорошо, Сэм. Держитесь, дети. Том и правда будет там, где ты сказал? Надеюсь, Сэм. Очень надеюсь. О, не знаю, сколько я еще смогу выдержать. Мотор? Это лодка. Эй! Эй! Да! Отлично! Вы нашли меня! Забирайся, Том! О, спасибо, ребята. Я думал, мне придется плыть к берегу. Благодари Чарли. Он сказал, где тебя искать. Привет всем! Спасибо, Чарли. Если бы не ты, я бы все еще был в море. Ты мой спаситель. Кажется, день не такой уж неудачный. Наш папа самый лучший. Он самый классный на свете. Если согласен, включай сирену. Гол! Забудь уже о футболе, Норман. Будь осторожнее. С едой. Мама Мия! Что ты наделал? Прошу прощения. Я здесь все сама уберу. А ты достань пока пиццу с пепперони из духовки и отнеси ее Бену на набережную. Хорошо, Белла. Ах, это нечестно. Я пропущу игру из-за этой ужасной пиццы. Вот как надо нападать. А вот как надо защищаться. Ну, нам здесь явно делать нечего. Можем все расходиться по домам. А вот удар ножницы. А! О, моя спина. Пицца пахнет дымом. Даже слишком сильно. Нет, помогите! Пожар! Пожар! Ой! В парке Понти-Пенди пожар на холме. В парке Понти-Пенди пожар на холме. Пенни, мы с тобой начнем тушить пожар с холма. Элвис и Элли, эвакуируйте всех посетителей из кафе. Запас воздуха 100%. Я рад, что все целы. Если на склоне начался пожар, очень важно всем спуститься вниз, потому что огонь и дым будут двигаться наверх очень быстро. Прости меня, пожарный Сэм. И прости меня, Белла. Я просто очень хотел посмотреть футбол, но мне нужно было сосредоточиться на пицце. А, я тебя понимаю, Норман. Честно говоря, я люблю футбол так же сильно, как и ты. Правда? Если вдруг пришла беда, если помощь вам нужна, знайте, есть пожарный тот, что на выручку придет. Скорее пропусти, ведь это Сэм, на вызов он спешит. Пожарный Сэм, это наш герой, живет по соседству с тобой. Пожарный Сэм. Ссора. Класс, класс, в Понти-Пенди все класс, класс. В Понти-Пенди под музыки звук, ноги рвутся в пляс. В Понти-Пенди класс, все у нас. Это звучит просто замечательно, Элвис. Элвис, почему ты играешь в планк-планк-планки-планк? Я не играл в планк-планк-планки-планк. Я играл в планк-планк-планки-чинг. Никакого чинг я не слышал. Ты слышал чинг, Сэм?
Я не уверен. Я удивлен, что ты хоть что-то услышал за своим дуба-дуба-буф-буф. Дуба-дуба-буф-буф? Я не играл в дуба-дуба-буф-буф ни разу в жизни. Играл только что. Верно, Сэм? А что касается твоего блам-блам-блибиди-блам? Мой блам-блам-блибиди-блам самый лучший в мире. И он намного лучше твоего дудли-дудли-ди-ди-ди. Элвис, Майк. Послушайте, вы ведь сегодня выступаете. Не выступаем. Я не буду играть в группе с тем, кому не нравится мой дудли-дудли-ди-ди-ди. А я не буду играть с тем, кому не нравится мой блам-блам-блибиди-блам. Но, Майк, но Элвис, вы не можете... Мы можем. Начиная с этого дня, дуэт Элвиса и Майка больше не существует. Я навсегда ухожу из группы. Ну уж нет. О, отлично. Я ухожу. Элвис, может, тебе стоит поговорить с Майком об этой проблеме с группой? Я все решил, Сэм. К сожалению, Майку придется играть без меня. Но он не может. Без тебя в группе будет только Майк, играющий на барабанах. Это не моя проблема. Тем более, у меня есть теперь новое хобби. Что потрясающе! Где? Спасибо, это я сделала. Итак, кто хочет поиграть в мои игры? Да. Я! Что угодно, кроме мумий. Ну, эта игра будет называться «Прицепи хвост черному коту». Кто-нибудь еще чувствует дым? Мой домик! Моя мышь! Здесь так хорошо и спокойно. В кафе пожар! Стойте, надо позвонить пожарному Сэму. Бип-бип-бип! Бип-бип-бип! Сканирую помещение. На кухне чисто. Старший офицер Стил больше не пытается украсть наши яблоки в карамели. Да, он вон там, Элвис. Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар на детском празднике в кафе «Пол рыбы». Пожар все сильнее. Ребята, срочно ложитесь на пол, как можно ниже. Давайте, делаем, как говорит Пенни. Дверь заела, и дети застряли внутри. Элвис, бери шланг, а я возьму лом. Пожарный Сэм. Запас воздуха 100%. Готов, Элвис? Пожарный готов, Элвис. Сэм. Запас воздуха 100%. Всем отойти! По одному! Беритесь за руку и не поднимайтесь! Вот так, Мэнди, иди ко мне! Где Сара и Джеймс? Все дети вышли, сэр. Никому не подходить, пока мы не разберемся с пожаром. Если вдруг пришла беда, если помощь вам нужна, знайте, есть пожарный тот, что на выручку придет. Скорее пропусти, ведь это...